Вы на канале Аленка. Я вообще не захотела играть. Что, сегодня обновление? Да. Я как-то случайно зашла в игру. И я, кстати, еще сегодня получила шапочку. Вот приз. Еще я сейчас получу кубок. Вот сначала кубок, а потом... У меня вот этот вот тоже зеленый, по-моему. Сейчас посмотрим. Комплектик мой любимый. Придется тебя снять на несколько минут. Вот это. Она тоже пузыри пускает. Прикольненько. Правда, пузырики маленькие. Не, прикольно. Вот видите, такие маленькие. Но я буду одевать свой обычный костюмчик. Надо быстро сбегать по магазинам и потом быстро вбегать, потому что мы вообще не бегаем. Почему-то. Я думаю, опять не шули выйти. Из стаи? Да. Потому что она вообще не бегает. Стопка блинчиков. Блин, ну блинчики я потом куплю, я их люблю. Обнова в четверг, если кто не знал. Каждый четверг? Нет, не каждый. Если нету в среду, то значит четверг. О, собачка. Вот такая собачка мини. Это новая. Вы не подумайте, это не овчарка. Мне уши, а тут нету уш. Так что... Ну, я потом, может, накоплю как-нибудь, если мне не лень будет зайти. Ну, стоп, мне повезло, не надо шапку покупать. Магазины. Вот хочу, чтобы уже венки добавили такие туда. Ну, очень хочу венки. Тут есть. У меня только один. Голубой. Вот в дивадивные их добавляли. Написали. Какой водится, вот видите, цветочка. Ну, у меня он есть. А тут что? А тут ничего. Странно. Зарезали эту, а туда не завезли. Это очень странно. Ладно. Так. Что за бега-то? Лохова стая. И так, сколько у меня там очков осталось до следующего уровня? Сколько? О! Ну, немало. Нету самоцветов. Ой, скоро смогу блинчики купить. Так, стопы. Да, бега обновились. Широкополая шляпа божьей коровки. О, господи, вот первое слово мне не всегда будет понятно. Так, хоть что, хоть забега. Надеюсь, не как в жуках. Потому что я когда увидела, что бега обновились, я сначала подумала, что это остались жуки. Потом прочитала, что новые бега.
правда, те предметы другие. Не обновились. Ладно, побегаю. Главное, чтобы мне сегодня не лень было. Хотя, если он не пойду в школу, так что я могу бегать сколько хочу. Главное, чтобы сейчас побегать, а потом другие побегали. Я, по-моему, за когда одна всегда играла, я, по-моему, 100 с чем-то собиралась всегда. Немало я собирала всегда. Но надо было 150. Но я просто не успевала собирать столько. Следующие будут это крабы. Я просто по рисунку смотрю следующие крабы. Там почему-то следующие жуки, но по правде должны быть крабы. Жуки уже были. Так. Я, наверное, сейчас пойду в другое логово. Вот цветочков, когда бы собирали жуки, не было. Цветочков. Цветочки вообще красивые. А жуки светились, по-моему, синим, а божьи коровки светятся... Вот это. Светятся желтым. Интересно, что за следующее добавят животные? 3 минуты. Но если не засчитывать секунды, то 2 минуты. Давай вперед, котик мой. Так вот. А что так мало я насобирала? Ну, 54. Мне нужно еще 46, чтобы до сотки. Ой, еще цветочек. Папа у нас такой на окне растет. Такой розовый, да? Угу. То у нас сейчас много всего расцвело, да? Угу. И тюльпаны уже. Да, и кактусы порасцветали разные, да? Да. И вот этот цветочек, который ты говоришь, розовый, да? Угу. Я у бабушки скоро роза, наверное, расцветет. Да. И фиалки у бабушки расцвели, да? Угу. Разные. Ну, весна. Но они больше под... Это фиолетово-бело-розовый. Больше такие оттенки. И на улице уже цветы цветут, да? Вот цветочек, я его тут собрала, правда, он так лежит тут. Да? Цветочек, прости, ты тут просто стоял. А тут я бегал? Да. Я сад буду собирать. Угу. Куда? А вот еще. Так. 72. Ну, уже секунды. Я, по-моему, не туда побежала. По-моему, надо в другую сторону. А, не, вот еще. Главное, успеть это донести. Я, наверное, не успею. Блин, ну надо колодец захватить. А, быстрей, 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 быстрей. Две штучки, давайте. Правда, почему-то какой-то странный бах. Те божьи коровки сами летят.
Я пойду я, наверное, в другое логово, или я на несколько минут перейду в другую стаю. В игре. Сейчас бегает. Ладно. Пошлите, когда вот логово альфа-зверя. Так, тут кто-нибудь есть?